Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылао. И сегодня я хоче сделать обзор казеїна міцелярного 90%. Фасовка 20 грамм. Міцелярний казеїн внешне представляет собой порошок белого либо молочного оттенка. Казеїн прекрасно выдерживает высокий температурный режим и легко растворим в щелочной среде. В сочетании с водой данный казеїн может образовывать стойкие гелеобразные субстанции. Химический состав содержит большинство ценных пептидов молочного протеина. В современной косметологии казеїн широко применяется в качестве гелеобразователя и соэмульгатора с отличными характеристиками. Казеїн способствует качественному загущению эмульсий, одновременно придавая средствам косметологии отличной текстуры и значительно улучшая тактильные качества готового продукта. Кроме этого, мицеллярный казеїн также является отличным активным компонентом, который в составе косметической рецептуры обладает рядом полезных свойств благодаря содержанию большого количества микроэлементов, витаминов, в частности группы В. Свойства казеїна таковы: успокаивающие, заживляющие действия, снижает раздражение, значительно улучшает, укрепляет структуру волос, повышение упругости, повышает синтез гиалуроновой кислоты в тканях, ультраувлажнение, активное витаминное питание и смягчение кожи, омолаживающий эффект, повышает синтез коллагена, снижает процент воспалительных реакций. Косметические применения таковы: антицеллюлитная косметика, противоожоговые средства, ранозаживляющие мази, косметика для волос, отбеливающие лосьоны, увлажняющие питающие крема, активные сыворотки, средства после депиляции бритья, косметика анти-эйдж и противоожоговые средства. Вот в такой коробочке мы отправляем наш казеїн продукт. Вот такой он, как порошочек, такого цвета. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!